Владимир Ильич, радуйтесь, заняли первое место. Да, да, только подарков получили, сертификат. Так глава Сюмсинского района Владимир Семенов узнал о победе своей команды. Елена Владимирова и Ольга Гребенкина принесли в копилку культуры родного района 150 тысяч рублей на новое оборудование и реквизит. Как сейчас в районе к вам относятся, может быть, узнают, вот популярны вы стали? Изменить? Так знать-то, наверное, нас и так знали. Теперь выражаются так: звезды Ютуба. По интернету смотрят, по телевизору смотрят, пишут, ВКонтакте спрашивают. В прошлый раз уже встретили, очень-очень шикарно. Все культура встречала. Обступили нас полностью, и нету прохода. На местные игры по краеведению теперь этих девушек не берут, боятся. Так сотрудники районной библиотеки, которые до недавнего времени работали в малюсеньких деревенских библиотеках, прославились на всю республику. Я, конечно, за главу района не могу отвечать, но я выйду с ходатайством, чтобы хотя бы им премию выписали. Премию выписали и наградили в номинации «Люди дела». Благодарность от своего района получили и участницы из Екшурбодьи. Алена Богатырева и Любовь Пасынкова уверенно дошли до финала, по пути изучив гербы районов, местные достопримечательности и все песни об Удмуртии. Вы знаете, сколько их учили? 15 песен. У меня 6 или 7 наизусть, и так припевы некоторые еще. То есть целенаправленно учили песни? Прям учили. Искали, их нужно еще найти. И вот этот видеоклип нигде не встретился. Очень много посмотрели в интернете. Аудиозаписи сидели, конспектировали, потому что слов нет, только вот запись. И все сидели, записывали, а потом учили. За полгода существования игра районов обрела своих фанатов, обросла традициями и приметами. Финалисты, например, признались, что каждый раз выходили на игру в своей счастливой одежде, в которой выиграли предыдущий тур. Внимание, на экран второй герб. На этот раз команда Екшурбодинского района были первыми. Так что же? Дебёсский район. Да, правильно, это Дебёсский район. Бронзовым призером игры стал Ярский район. Харизматичная команда Ишарканского района заняла 4-е место. Теперь организаторы игры думают над продолжением проекта. Елена Керн, Юрий Егоров, новости.